24 марта и 7 апреля. Эти даты стали для Кыргызстана историческими. Тюльпановая и апрельская революции. Между ними 5 лет. В этом году будет 15 и 10 лет со времен первой и второй революции. Как изменился Кыргызстан? Об этом поговорим с экспертами. Для начала разберемся, были ли события 24 марта и 7 апреля по-настоящему народными революциями. Если придерживаться классического определения, что есть революция, то это назвать революцией сложно. Общественные отношения остались прежние, общественно-политическая ситуация абсолютно такая же, то есть общественно-политические отношения остались на том же уровне, общественный строй не поменялся, то есть назвать это революцией очень сложно. Самое главное, что не оборваны связи между старым и новым. У нас все по-старому, ничего не меняется, поэтому можно сказать, что это была революция, но я бы так не назвал. Да, это была революция, потому что понятно, что многие люди говорят, скептики, они говорят, что это свержение или это переворот. Но, тем не менее, те люди, которые выходили на площадь, это обычные граждане. И просто так никогда у нас кучка людей не может сделать переворот, пока граждане не возмутятся. А граждане тогда в 2005 году, 24 марта, были возмущены сфальсифицированными выборами. А в 2010 году они были также возмущены вообще зажиманием прав и свобод. И вот эта фальсификация в 2007 году, которая произошла, абсолютно вот такая беспрецедентная фальсификация результата выборов, она постепенно вот людей привела к тому, что вот это недовольство зрело и потом взорвалось. Поэтому это делали люди, это не переворот. Переворот делают политики, кучка людей, возможно, они захватывают власть. Да, приходят другие люди, но у нас других людей нету прямо идеальных, которые могли бы потом действительно вот эту революцию перенаправить в какое-то русло развития. Пока нам так не повезло еще. Сначала нам всем казалось, да, что революция, потому что, во-первых, мы не ожидали такого хода событий. Мы все думали, что мирно все будет, что они одумаются, что как-то по-человечески все будет. Но, видимо, до такой степени причины были объективны и неразрешимы, что таким путем пришлось решать. И сейчас такая дискуссия в обществе все эти годы идет, как это назвать, революцией или переворотом, но единого мнения нет. Я тоже не могу однозначно сейчас сказать об этом. Мне единственное, жалко ребят, которые погибли. И жалко, что нет анализа хорошего, извлеченных уроков для тех, кто новый приходил руководить и возглавлять страной, для депутатов парламента, для правителей, для их семей, для окружения. Какие экономические предпосылки были к вот этим событиям? Монополизация родственниками президентов экономики, она привела, стала как раз таки тем спусковым механизмом, который сработал, и в результате мы имеем то, что имеем. Прям вот так сказать, что народ нищенствовал, народ бедствовал, или ситуация была критическая там в социальной сфере, то есть долги у государства были, или там у граждан не было заработной платы, там, или доходов не было, такого же не было на самом деле. Просто все это было, но перспектива очень сильно напрягала кто занимался предпринимательской деятельностью, инвестиционной деятельностью. Вот эта перспектива быть под родственниками президента, она была ужасающих размеров. И я думаю, что как раз-таки это тоже способствовало тому, что произошло 24 марта, 7 апреля. Какую роль ущемления прав человека сыграли вот в том, что люди поднялись? И в первом, и во втором случае? В первом это нарушение избирательных прав, я считаю, потому что когда оппозицию начали загонять, против оппозиции начали выставлять много оппонентов, пытались
значит, разделить эти голоса, разбросать, отобрать эти голоса у оппозиции. Ну и там, где не удавалось, они пытались уже фальсифицировать. И поэтому люди, они были реально возмущены. Тогда еще соцсетей не было, но тем не менее, вот люди из уст в уста, и как-то вот удавалось, были оппозиционные СМИ, которые доставляли информацию, это Азатык тоже, и до людей, и люди, в принципе, ну они же все видят, страна маленькая, и это все было видно, что творится несправедливость. А в 2010 году это все тоже постепенно шло, быстро он начал все это узурпировать, Бакиев, и вот это его братья, сын, и они когда вот это все начали делать, люди боялись, поэтому преследования начались, помните, и когда вот эти преследования, понятно, что люди не сразу. Но постепенно это все доходило, скажем так, до какого-то момента. И вот когда получилось, что решили поднимать тарифы на свет, на мобильную связь и так далее. То есть это была не самая серьезная возможность, но это была последняя капля, то есть такая причина, повод для того, чтобы люди выходили и выражали. Но культура пострадала обосредованно. Она так незримо стала отходить на такой план, что ее и мародерить не надо было. Она была и уже сейчас в таком состоянии отмародеренная, что ну просто стыдно. Почему не после первой, не после второй революции не улучшились состояние с правами человека в Кыргызстане? В 2005 году тоже мы все подумали, что вот мы провели революцию, вот теперь все, демократия сама по себе как бы установится, и все гражданские активисты с чувством выполненного долга и политики, все разошлись, и все начали заниматься своими делами и перестали обращать внимание, а за это время власть начала усиляться постепенно, и потом уже перешла к узурпации, и потом начала. То есть, понимаете, и в 2010 году тоже такое же произошло, когда мы прошли через все вот эти сложные этапы, июньские события, апрельские события, этот референдум, этот парламентские выборы, и вот это все, и это очень много энергии, это столько времени, ну, труда, и понятно, что когда избралась уже легитимная парламентская власть, и потом уже избрали президента, опять же, гражданские активисты, политики решили, что, ой, вот теперь можно, да, и отдохнуть, и то есть демократия сама будет. А оказывается, совсем не так. Оказывается, нужно каждый день. Демократия – это как процесс ежедневный, это каждый день нужно делать мониторинг, это постоянно нужно контролировать, и, оказывается, нельзя выпускать из-под контроля эту власть. Вот я думаю, что та революция мартовская и вот эта апрельская, я думаю, что уроки мы должны вынести, что граждане ни на один час, ни на одну секунду не должны выпускать из-под контроля власть. Ну, нужно понимать, что ничего не поменялось. Поменялись люди, тип общественно-политических отношений остался тот же самый, и общественный строй остался тот же самый. То есть поменялись люди, больше ничего не поменялось. И экономика у нас как развивалась по собственным законам, не зависящим от того, кто находится там на должности президента или премьер-министра, так она и развивалась и развивается по сей день. И влияние на экономику непосредственно вот лиц, принимающих решения, оно есть, но, к сожалению, все больше в негативном ключе. То есть та политика, экономическая политика, которая велась со времен еще, ну, начиная с 93-го года, она тоже не поменялась. И по сей день она не поменялась. То есть нету кардинальных изменений, нету чего-то нового, да, там не поменялась модель экономики, в принципе, да, то есть она все осталось по-прежнему, только поменялись люди. Поэтому мы не ощущаем, так скажем, какого-то прогресса или процветания. Вот это все рвется через культуру, мы ничего не получаем. Мы уже обескультурились до предела. У нас каждый живет сам по себе, и слово «культура» у нас обозначает только Игорь Кочевников. Не оперного искусства, потому что все уезжают, инструменты все пропадают, воруют, зажигают, мародерят. Какие фатальные ошибки вы назовете вот,
которые допустила нынешняя власть? В экономике? Да, конечно, в экономике. Ну, может быть, еще раз повторюсь, но самое главное, что мы побоялись расстаться и разорвать связи с существующей моделью экономики. Это самая главная такая фундаментальная ошибка, из-за которой мы опять, в принципе, топчемся на месте и не можем двигаться вперед. То есть пока мы не будем говорить о новой модели экономики с учетом потенциала, специфики нашей страны, у нас вряд ли что-то получится, да, там, притащить что-то там, вот, копировать там, я не знаю... Швейцарию? Ну, не Швейцарию, а там... копировать какие-то страны, а давайте вот мы вот так, а давайте мы вот так, а давайте мы вот так, как в той стране, как в той стране. Так не получится. У нас есть определенная экономика, которая находится на определенном этапе своего развития. Игнорировать это нельзя, наоборот, рвать резко нельзя ту модель, которая есть. То есть нужен как плавный эволюционный переход к новой модели. Когда новая модель начнет работать, тогда люди увидят разницу, да, то есть что было при существующей модели, при традиционной модели, да, и что будет при новой модели. И так постепенно мы могли бы вполне перейти. Вот этого у нас ни один президент, ни один премьер-министр, начиная с 93-го года, не делает. Я не знаю прямо, как можно назвать фатальными, но я могу сказать, что на самом деле все фатальные ошибки были допущены Атамбаевым, который поменял конституцию, который ослабил главу, касающуюся прав и свобод человека и вообще обязательств Кыргызстана перед международным сообществом. И поэтому, как бы, то есть задел он состоялся там. После 2014 года, когда мы вступили в таможенный союз, и понятно, что союз у нас таможенный со всеми авторитарными системами, поэтому это все равно накладывает отпечаток и на управление тоже. Ну и вот с тех пор, потом вот эта смена конституции, это опять же попытка зажимать свободу слова, это преследование правозащитников, журналистов. А эта власть нынешняя, которая пришла, она просто использует то, что уже было начато, но она уже его использует с большим, может быть, силами. И вот то, что сейчас происходит, когда вот эта пропаганда, такая очень сильная пропаганда, шельмование гражданских активистов, политических оппонентов, то есть это все было уже, но сейчас это тоже как бы используется. То есть эта власть, она просто продолжает... скажем, дело вот, экс-президента, той власти предыдущей. И поэтому проблема как раз осталась в том, что президентские выборы в 2017 году, они, понимаете, нам не дали свободно выбрать того, кого, наверное, народ считал нужным выбрать. Нам просто... И это, опять же, избирательные права, это справедливые выборы. На самом деле в любых нормальных странах есть такая продуманная, целенаправленная государственная политика, в которой участвуют подготовленные люди, эксперты в области культуры и искусства. А у нас государственная политика, она просто смешная, у нас ее нет. У нас ее куда попало тыркают, к чему попало привязывают, с чем попало сливают, не спрашивая. Знаете, как вот умыкают девушку, и с кем попало в постель ложат эту культуру. И все, что угодно с ней делают. Я просто посмотрела документы, да, которые, ну, касаются государственной политики, это все. Ее нет просто. Вот сейчас объединено Министерство культуры, информационных технологий и туризма. Это три абсолютно разных направления, которые никак с собой внутри не общаются. Понимаете, туризм сам по себе развивается. Искусство, культура само по себе каким-то образом, в музее ИЗО, где я работала, не ступала нога ни одного представителя власти 50 лет. Последний был Усубалиев, кто пришел и купил себе билет и зашел тихо. Ну нет, потом президент, правда, пришел. И что? Ну дали, ну это же копейки, понимаете? На эти деньги нельзя сделать хороший технологический ремонт такого специфического учреждения, как
театр, как музей, как библиотека. Да? Это же огромные деньги с новыми технологиями, специалистами, которых, наверное, в стране нет еще. И самое смешное, что во всех планах, которые есть в области культуры, нет ни одного слова ни про информационные технологии, ни про IT-технологии, ни про связь с туризмом, ничего. Все само по себе разрознено, не продумано, ни межсекториально, ни межведомственно, ни глубоко, ни во имя интересов процветания и устойчивого развития общества. Вот как-то местечково, кусками. Кусками все вот так фрагментарно есть, как разложившийся труп. А что нужно поменять? Систему или вообще подход к экономике? Что бы вы сами... Существующая модель экономики, которая она есть, да, которая она сложилась вот так исторически, да, так сложилась, она устарела. Она морально себя исчерпала. То есть возможности этой модели экономики закончились. Пока мы не начнем переходить к более прогрессивным, более таким, скажем, хорошо работающим моделям экономики, да, вот по примеру, допустим, азиатских тигров и так далее. Если мы к этому не будем переходить и не будем к этому стремиться и что-то делать, чтобы перейти, у нас все останется по-прежнему. Вот как пример, Россия нам дала деньги, да, если мы говорим о помощи Кыргызстану, 500 миллионов создали Кыргызско-российский фонд развития, так называемый. Одна из уставных главных целей, из первых целей была трансформация экономики. У нас не знают, что такое трансформация экономики. То есть они не могут описать существующую модель. Когда не можешь описать существующую модель, то как можно что-то трансформировать? То есть пальцем в небо можно тыкать, и ничего не получится. Вот пока мы не выйдем из этой модели, мы так и будем барахтаться на месте. То есть мы сами не сможем определять темпы своего развития. Нам будут их диктовать, да. То есть вот вам 2,5-4,5% в год сидите на ветках и не дергайтесь, грубо говоря. Да? Хотя потенциал экономики, он по-прежнему остается колоссальный. И даже ту ситуацию, которая есть сейчас вот в стране, ну не только в стране, а в мире вот с эпидемией, с этим коронавирусом, мы не можем использовать, потому что нет понимания, да, какова модель сейчас и как, что нужно сделать, чтобы поменять эту модель, чтобы не зависеть, снять зависимость от международной помощи, чтобы снять зависимость от торговли, от спекулятивной модели бизнеса, как уйти в сторону производительной модели бизнеса, экономики, да, то есть у нас вот этого понимания, к сожалению, нет. Вы вот сейчас просто по сторонам посмотрим, любую сферу давайте возьмем, да, везде, везде, просто вот навскидку, соцсети, рынок, территория около Джоуркюкенеша, территория на площади, да, улица, аптека, магазин, ресторан, кафе, куда ни зайдешь, везде ругань, агрессия, хамство, за шкирку взять, обозвать не смотрят, молодой, старый, мужчина, женщина, ребенок, что показывает пример, что это не мотивация, а демотивация на такое поведение. Но на что нужно обратить внимание нынешней власти? На все, на все, на все. Чтобы люди отвечали на своих местах за то, что они должны выполнять. Вот те, кто не проверил вот этих, которые приехали из хаджа, вот они должны за это ответить. Рано или поздно, как бы, да, люди сейчас вроде бы, ну, не ропщут, да, или, скажем так, не так, что прямо недовольны, да, не выказывают недовольство, но это недовольство, оно уже началось, да, оно уже тогда. И оно просто сейчас вот просто молчит, оно исчезает, появляется, но она будет нарастать, если эта власть продолжит также вот это дело предыдущего президента, и если она продолжит зажимать опять свободы, если начнется преследование гражданских активистов, политических оппонентов. Поэтому... А сейчас еще, если все это связано вот с этой пандемией и ситуацией с коронавирусом, понимаете, сейчас просто это такое испытание для нашей власти на способность, потому что коронавирус, вы знаете, его нельзя ни купить, ни договориться, ничего нельзя сделать. Здесь только способность нашего руководства управлять. Возможно ли третья революция в Кыргызстане? И если она будет, какой она может быть?
Ну, я не люблю гадать или пальцем в небо тыкать. Я думаю, что если мы сейчас все оставим как прежде и всячески будем опять все решения на государственном уровне принимать в той модели экономики, какая есть сейчас, то вполне возможно, что переход от одних общественно-политических отношений к новым, да, политическим отношениям или от одного общественного строя к другому общественному строю может произойти, но не таким радикальным способом, да, как там жертвы на площади и так далее. Вполне вот я вижу такой сценарий, когда внутри общества созреет прогрессивная часть, здравомыслящая часть, которая консолидируется, объединится и абсолютно конституционным путем заберет власть и в парламенте, и в правительстве, и, то есть через систему выборов, какой бы она ни была. Только таким образом я вижу, возможно, сегодня изменения в стране. То есть, а революция там, это, ну, так скажем, это не тот метод, который сегодня работает. Вот как пример, допустим, возьмите ту же Армению. Да, тяжело, но народ вышел. Народ вышел, и вот вам, пожалуйста, старое поколение вынуждено было уйти, а новое поколение сейчас меняет, и да, меняет довольно-таки неплохо. Ну, посмотрим, конечно, чем это закончится. Иногда кажется, что возможно. Вот когда эти нападения были на музей наш со стороны чарошников, у меня было такое впечатление, что все возможно, потому что я на самом деле испугалась за музей, за сотрудников, за организаторов этой выставки, потому что они были беспредельщики. И вот это 8 марта тоже показало, что они беспредельщики. Если кто-то захочет сделать это, какие-то силы, захочет нарушить покой, захочет еще раз обесценить все, что мы пытаемся каким-то образом собрать из кусочков, слепить, да, держать в каком-то порядке. Если такие силы найдутся, то они могут все что угодно использовать. Меня это очень беспокоит, и я как бы этого боюсь, что я этот вариант не исключаю. Но это могут быть силы, которые абсолютно безумные, потому что третий раз уже страна не переживет. На самом деле мы всегда же гордились, да, что мы такая демократическая страна. А я сейчас уже не горжусь, потому что мне стыдно, потому что двое в бегах, один сидит. Дальше неизвестно, что будет, да? Женщин вообще растоптали бедную. Женщин вообще, я про это вообще не говорю. И уроков никто не делает, понимаете? Есть какие-то ведь аналитические центры, есть какие-то эксперты, есть советники. Ну, советники сидят, только ласкающие вещи говорят. Интеллигенция молчит, потому что боится. Что нужно делать для этого власти? Во-первых, предстоящие парламентские выборы провести по максимуму справедливо, честно. Дать возможность вообще людям идти на выборах и состязаться. Не отбирать до выборов, да, как это сейчас делается, потому что у нас очень высокие барьеры. И сейчас, если придут опять те же, которые уже сидят, и они ничего не сделали, то есть люди это все видят, они все это помнят, то, конечно же, это будет постепенно зреть, если вдруг на парламентских выборах будут попытки, опять же, пройти через админресурс, через подкуп голосов и так далее. Если опять парламент придет неспособный представлять интересы граждан на самом деле. Вот. А второе, это, наверное, опять же, очень важно вести диалог, потому что вот и, понимаете, вот все президенты в начале избрания почему-то проводят диалог, а потом все. А потом все это прекращается. Мне кажется, что всегда нужно вести диалог, всегда нужно держать руку на пульсе настроения гражданского общества, вообще граждан. Только так можно будет успевать как-то реагировать и выпускать вот этот пар. А если этого всего не будет, и опять же будет преследование журналистов, преследование гражданских активистов, политических оппонентов, зажимание свободы слова, нападение на вот эти мирные марши, извините, рано или поздно это опять же все приведет к взрыву.
Историки и политологи до сих пор не пришли к единому мнению, были ли эти события настоящими революциями в классическом понимании или нет. В сухом остатке можно констатировать несколько факторов. Первый. Семейно-клановый коррупционный режим никуда не исчез. Наоборот, он укрепился и процветает. На место одной правящей семьи пришли несколько сильных коррупционных кланов. Второе. Усилилось давление на свободу слова. Третье. Жизнь простых граждан не улучшилась. Десятки тысяч трудовых мигрантов как выезжали из страны, так и уезжают в поисках заработка. Богатеют единицы, кому удалось присосаться к государственной кормушке. Четвертое. Экономика находится в упадке, как и сферы здравоохранения и образования. Руководителей назначают не по профессионализму, а по принципу преданности или землячества. Пятое. Суды и правоохранительные органы зависимы от воли президента и властной верхушки. Самый высокий уровень коррупции у нас в судах, прокуратуре, милиции и таможне. Все эти факторы стали наиболее выпуклы в связи с ситуацией с коронавирусом. Выживет ли Кыргызстан после очередного испытания? Большой вопрос.